27 мая выпускники школ начнут сдавать единый госэкзамен. Основной этап закончится 19 июня. С 8 по 15 июля пройдет дополнительный. В основной период ЕГЭ будут сдавать 8367 участников, в том числе около 8000 выпускников школ 13 года, 127 выпускников колледжей и техникумов и 431 выпускник прошлых лет. В основной период ЕГЭ в республике будут действовать 42 пункта проведения экзамена. Для проверки планируется привлечь 514 экспертов, преподавателей вузов, колледжей, техникумов, школ Чувашской республики. Как и в предыдущие годы, больше всего выпускников собираются сдавать обществознание – 63%. Историю – почти 24%, английский язык – 10% выпускников. При этом стабильно много выпускников выбирают физику, биологию и химию – в среднем по 25%. Рособорнадзор установил минимальное количество баллов по всем предметам, подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ среднего образования. Так, на экзамене по русскому языку необходимо набрать не менее 36 баллов, по математике – 24.